И сразу четверых взяточников задержали в Днепропетровской области. Двое из них – подполковники полиции. Они требовали 500 000 гривен у местного бизнесмена. Обещали, что помогут снять арест с принадлежащей ему швейной фабрики. За деньгами послали посредника, которого взяли в центре Днепра во время получения всей суммы. Полицейских тоже задержали на рабочих местах. На взятке в почти 70 тысяч гривен попался один из представителей сельсовета. Он решал проблемы с продажей помещения и выделением земельного участка. А начальник отдела фискальной службы Днепропетровской области за 16 тысяч гривен готов был уменьшить штраф за нарушение при продаже алкоголя. Дерзкое ограбление в Черноморске под Одессой. Всего лишь одна минута понадобилась пятерым злоумышленникам, чтобы ограбить ювелирный отдел местного супермаркета. Они проникли туда ночью, протаранив машиной стеклянный фасад здания. Затем оторвали от пола два сейфа и погрузили их в автомобиль. По оценкам полиции, стоимость украденной ювелирки составила более 2 000 000 гривен. Правоохранители считают, что судя по тому, как технично действовали налетчики, это были профессионалы. Задержать их пока не удалось.